Неделю назад редакция нашего телеканала провела расследование о продаже контрафактной продукции в Барнауле. В ходе контрольной закупки мы выявили сразу две точки, где можно приобрести контрафактные сигареты и алкоголь по цене в несколько раз ниже оригинала. Помимо этого, в одной из них продавали еще и просроченные продукты питания. За последний месяц в Барнауле 10 человек отравились так называемым коньяком-суррогатом. Шестеро из них погибли. В составе жидкости обнаружили метиловый спирт, который зачастую оказывает необратимое влияние на организм. Что касается метилового спирта, это прежде всего потеря зрения, потому что зрительный нерв умирает, человек перестает видеть. И второе – это острая почечная недостаточность. То есть когда у человека отказывает функция почечной системы, он перестает мочиться. Острая почечная недостаточность, как правило, смертельный диагноз. Четверо умерших из-за метилового коньяка провели свои последние часы в стенах этого отделения токсикологии. Выжившим повезло, говорит Герман Балаганский, но для многих побочные эффекты от технических жидкостей не проходят бесследно. Во время съемок в больнице умер один из пациентов. Его нашли в парке в селе Шилоболиха. Мужчина был без сознания, причиной смерти стало отравление спиртным. Несмотря на это, врачи спасают сотни любителей выпить. Многие пытаются сэкономить на горячительных напитках, но в итоге расплачиваются собственным здоровьем. В год через наше отделение проходит с отравлением этанола. Это в том числе, как говорите, контрафактно, некачественно, но это не касается спиртов, которые вызывают нарушение выраженной этометиловой спирт, выделение гликоли и прочие технические жидкости. Алкоголь, какой бы ни был контрафактный, это все равно это этиловый спирт. Вот данных пациентов через наше отделение проходит за год 750-780. Ну, максимально 800 человек. Вы помните, как вы сюда попали? Расскажите. Вызвали. Вы пили алкоголь до этого? Скажите, вы пили алкоголь для того, чтобы сюда попасть? Причина такого состояния – некачественный алкоголь, после употребления которого женщина ослепла. Спиртное, что мы приобрели в ходе расследования, эксперт Павел Авкапашвили также признал подделкой. Сегодня рюмочная по адресу Попова 70В, где происходила контрольная закупка, закрыта. Работники рынка, чьи палатки находятся по соседству, уверены – это временные меры. По их словам, владельцы просто пережидают шумиху вокруг заведения. А не подскажете, вот магазинчик вот тут? Вот. А, нет, они облавывали. Облава? Да. А это что такое? Ну, проверяют, поэтому не работают. И они поэтому съехали? Да, не съехали пока, временно. То есть через какое-то время откроется? Ну, наверное. Ранее контролирующие органы уже обращали внимание на это место. В налоговую поступали жалобы от жителей микрорайона. В ходе проверки был составлен протокол о работе без лицензии. Здесь же специалисты обнаружили и факт продажи сигарет без акцизных марок. Виновником правонарушений признан Белименко С.В. А в июле прошлого года сотрудники МВД изъяли немаркированную продукцию на сумму 2,5 миллиона рублей и возбудили уголовное дело. В налоговом ведомстве назвали фамилию и инициалы нарушителя. На сайте госреестр.рф нам удалось найти лишь одного предпринимателя с такими личными данными. И согласно выписке из реестра индивидуальных предпринимателей, размещенного здесь же, сфера его деятельности – розничная торговля алкоголем. В отличие от магазина на Докучаевском рынке, точка по адресу улица Малахова, 86Б, литера Д, продолжает работу. На полках по-прежнему можно найти просроченные продукты питания. Например, кальмары в майонезе, что мы приобрели всего за 10 рублей, должны были уйти в списание еще месяц назад. А консервированная черешня за 50 просрочена на 4 года. Однако с прилавков пропали и сигареты, и алкоголь. Здравствуйте, а сигареты есть у вас? Нет, сигареты. И алкоголя? В ноябре прошлого года сотрудниками налоговой был составлен протокол, причина которого – работа торговой точки без государственной регистрации. После этого события Чучварина В.О. получила лицензию, дата выдачи которой 7 декабря 2020 года. Однако два месяца назад статус ИП потерял силу из-за смерти женщины. Там же, на сайте госреестр.рф, мы нашли предпринимателя из Барнаула с идентичными фамилией и инициалами. Выписки из ИГРИП, дата открытия ИП день в день совпадает с данными, предоставленными налоговой инспекцией. Точно так же совпадает и причина аннулирования статуса – смерть его владельца. При этом
По данным частного источника, сейчас бизнесом руководит супруг умершей. Еще при жизни женщины МВД неоднократно обращала внимание на магазин. В 2020 году были составлены протоколы о продаже сигарет без акцизных марок. В июле 2021 изъяты более 6 литров немаркированного алкоголя и почти 1000 пачек сигарет. В августе, после выхода нашего сюжета, сотрудники изъяли еще свыше 24 литров алкоголя и 43 сигаретные пачки. Сейчас, по информации ведомства, решается вопрос привлечения к административной ответственности. Также нам удалось обнаружить еще одну табачную лавку, где торгуют нелегальной продукцией. Она находится вблизи крытого рынка по адресу Германа Титова, 6/2. Дайте Винсона простого пачку. А что они такие дешевые? Хотите помочь, все продам. Просто интересно. Причину столь низкой стоимости, хоть она и лежит на поверхности, продавец не назвала. На пачке сигарет указана розничная цена – 178 рублей, что почти в 3 раза выше, чем заплатил тайный покупатель. Также здесь есть и российская акцизная марка. Однако, если ввести ее данные на сайте налоговой инспекции, номер контрольного знака не числится в системе. Помимо этой марки сигарет, в магазине можно приобрести и другие, и тоже по подозрительно низкой цене. Вы помните, да, какие еще есть сигареты? Я же им показал. Я же их не увидел. Кент. МП по 95, ламбы, вот это по 80, это все по 60. Как сообщают в социальных сетях, таких точек в городе могут быть десятки. Примечательно и то, что несмотря на неоднократные штрафы и изъятия продукции, магазины продолжали работу, а токсикологическое отделение пополнялось новыми пациентами. Во время подготовки этого сюжета точка на Попова 70В была закрыта. Однако сегодня, в день выхода, магазин снова открыл свои двери. На данный момент в связи с нашими запросами контролирующие органы проводят проверки. Остается верить, в этот раз они поспособствуют закрытию мест, распространяющих опасную для жизни продукцию. Артем Гусельников, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком.